Здравствуйте, с вами Android Андроидыч, а сегодня хотел поговорить об аркаде, который называется Crazy Bomber. Давайте посмотрим, что она из себя представляет. Мы выбираем персонажа, да, одного из них, вампира, зомби, мага или рыцаря. И им будем проходить всю игру. Так, тут у нас есть доступны батли моды и стори моды. Выбираем стори моды и вот уровни, которые мы будем постепенно проходить. Вот джунгл. Мне игра понравилась своим графическим стилем. Достаточно все очень красиво сделано, что-то сказать, целостно. Что мы можем делать? Нам сейчас показывают, что мы можем делать. Вот наш рыцарь, да? Наша основная задача дойти до телепортатора, который находится вон в углу. Но нам мешает вот этот злобный гриб с зубами. Для того, чтобы его завалить, мы можем поставить бомбу вот так вот, которая через какое-то время взрывается, и мы убьем этого гриба. Все, мы его убили. Теперь спокойно можем подходить и проходить данный уровень. Вот основной, так сказать, геймплей в данной игре. Все очень просто. Но потом, как вы поняли, будет усложняться. Так, вот, допустим, опять нам попался вот этот злобный гриб. Мы можем также взрывать через кусты. Вот таким вот образом. А, нет, через кусты, а взрывать кусты. То есть, и мы можем собирать различные определенное количество монеток. Также у нас есть специальные возможности, вот они сбоку изображены. У нас также у нашего вот этого рыцаря, персонажа, есть определенное количество жизней, которые тратятся при соприкосновении с нашими врагами. Вот, ну, прикольная, забавная, интересная игра. Различные подсказки возникают. Вот, интересная игра, напоминает Бомбермена. Вот, у нас еще вот есть специальная какая-то бомба, которая будет взрываться. Вот, прикольная игра. Давайте по поводу графики. За график поставлю 4, потому что очень прикольно сделан графический стиль. Музыку тоже 4. Соответствует. Управление поставлю. Ну, управление поставлю, наверное, 4, потому что не нужно куда-то вверх-вниз, идти, просто вверх, вправо, влево и назад. Вот и все. Прикольная игра, всем советую в нее сыграть. С вами был Андроид Андроидыч. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых встреч!